Welcome to World Conflict Channel. According to breaking news, the Ukrainian armed forces carried out missile attacks on the border city of Belgorod. Many videos were shared on social media regarding this. The governor of the Belgorod region, Gladkov, reported that Russian air defense systems successfully operated over the Shevakinsky district of the Belgorod region and shot down two enemy missiles. But from the published videos, it is clear that the number of missiles is more than two. Also, according to another theory, it was Ukrainian drones that actually hit the city, not missiles. According to Russian sources, air defense systems and sirens are still operating in the city at the moment. Только что где-то два взрыва было. Вот, ебать. Ебать, это, короче, со стороны деда Шебейкина, нахуй. О, еще. Ебать. Бум. Besides, the other part of the video of Azov soldiers raiding Wagner's positions in Bakhmut was released today. Воги, воги, есть воги? Дайте воги. Да, подожди. Мирон, подожди, привлись, Мирон. Сука! Пидорас, ебаный. Давай, блядь, кидай вог, сука. Кидай. Ебой. Блядь, погоди, сука. Давай. Ху! Мирон! Пригнись, Мирон! Блять, Мирон, сука, ходит быстро, пизда. Мирон, прыгнись! Выход! РПГ бежит, куда работает? Посадки РПГ работала! Ебать, РПГ! Я думаю, накрыл, хуй знает.
Газах вогов накидывай. In addition, the words of Igor Girkin, the former defense minister of the so-called Donetsk People's Republic, drew reaction today. Terrorist Girkin said the objectives of the special military operation were never defined, and the objective should have been the end of Ukraine's existence. На трансформаторы потратили больше тысячи ракет. Неужели на мосты и туннели невозможно их перенаправить? Уже 100 раз, наверное, повторил. По мостам и туннелям бить нельзя. Потому что Китай гонит свою продукцию через Российскую Федерацию, Украину и Европу. Мы гоним там 60% газа через Украину в Европу. Нефть гоним в Европу. Еще там и так далее и тому подобное. У нас специальная военная операция, не имеющая никакого официального статуса. Все. Задачи этой операции не определены ни тактические, ни стратегические. Одно бла-бла-бла про, как это, независимую, дружественную Украину, которой быть не может после всего случившегося. Украина либо должна исчезнуть, либо она будет враждебная, остро враждебная, вражеская Украина. Других вариантов нет. Мне нечего сказать, почему не летят. Ясно, почему не летят. Все, опять же, надежда на договорничок и нежелание пойти до конца. Что вполне устраивает Соединенные Штаты, более чем устраивает. Thanks for watching. You can support us by subscribing to our channel.